Thank you.
Оценка 4 балла. Затруднение местами на внешней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Рязанского проспекта. 11 километров по времени на 50 минут. Это внешняя сторона кольца от Кой, потом перешли. А также внутренняя от Каширского шоссе до улицы Подольских курсантов. Внешняя сторона МКАД от Ленинского проспекта до Ясенева. А дальше на Октябрьском.
Thank you.